Да, ребята, отжали у русских братьев вот такой аппарат. Трохи он стоит денег, наверное, полный боевой. Будем надеяться, что больше он не будет стрелять по мирным людям украинским. И что эти русские больше никогда в жизни не захочет идти на украинскую землю. Тут стоит целая колонна. Це ми неподалеку знаходимося баштанки. Там стоять колона, є машина связистов, ще чогось непонятно. Це, наверное, самый главный здобуток. Слава Україні!